Так, ну что у нас тут флерп? Давай-ка options. Почему называется это BGM? Я вот что-то уже не первый раз это встречаю. Кто-нибудь вообще в курсах? Довольно любопытно. Что мне тут со звуком опять? Да нет, все нормально. Так, эта игра у нас, надеюсь, не в раннем доступе, а то мне что-то ранний доступ уже от него немножко тошнить начинается. Нет, она не в раннем доступе, но обновляется. Ладно. Ну, поехали старт. Здесь также есть улучшения всякие. И что у нас тут? Wizard, Persec, чего? Так, у нас есть какие-то 26 очков. Это стоит у нас... Ага. Мы здесь строим какую-то ботву. И что, мы по одному можем что-то делать? Наблюдатель есть, вау. Ну, наблюдатель давай-ка посередочке. Да, очень неудобно. Так, псионерс. Чего? Умирает от 4 врагов. Intelligence points. Кончились. Так, ко мне какие-то микробы идут. А, вот в чем прикол. Мы здесь собираем себе на уровень, да? Что забавно. Такой полукликер, блин. Прикольно. А вот что мы сейчас сделали, это хорошо. Пауза-то есть хоть? Так. Давай-ка мы прикроем вот этот вот зад себе. Заморозку. То есть мы здесь... О, герой даже есть. Ура! Так, герои поближе к центру. Ну что, такая интересная ботвинка. Так, ага, мы здесь можем выбивать всякую лазную елунду. L Unit Guns 75 Max HP. Oh, Regeneration. Так, Magic Missiles. Давай-ка мы Regeneration выберем для начала. Тут, пока я не разберусь, мы тут все сдохнем без регенерации, я так полагаю. Такое что-то интересное, довольно-таки забавное. Так, статистика есть. Так, а тут можно Юю уменьшить как-нибудь? Ну, конечно, вот где надо увеличить Юю, его нет, а где надо уменьшить Юи, конечно же, тоже нету. Не. Ретроу. Вулканист. Так, ну у нас здесь хорошая оборона такая достаточно. Давай здесь поставим. А кто? Звонит, блин. Еще взрываются. Самоподрывом имеют. Какой. Так, пенсионер. Так, а можно как-нибудь это все тормознуть на секундочку? Вот то, что я собираю, это вообще как-нибудь не отображается?
Хорошо. Где она отображается? И паузу можно как-нибудь? Ага, принскрин можно сделать. Пауза есть-то, ёп. А так... Ладно, давай армор возьмем юнитом. Я вот просто их хп здесь буду рассматривать. No more space for units. Я очень был бы рад узнать вообще большей части. Как это все покупается? No more space for news. А как не понять где? Да, мы разделись. А, вот хп уже видно наш. Круто. Ну вот банальная игра. Вот ничего не понятно, но интуитивно можно хотя бы допереть и догадаться, что к чему. Банальный ответ. Солнышко просто. Эдакий. Все, меня разобрали. О, но тут без паузы. Блин. Ой, геморройно. Во-первых, маленький довольно мирок. Они слишком уж вплотную ко мне подходят. Начнем с этого. Ну, герой-то, понятно, ближе к центру. Я то, что паузы, говорю, реально нет, это плохо. Так, и вообще, где тут очки? Где очки-то? 26 лет, что ли, очки? Да, это и есть очки. Да уж, догадайся, называется. Капец. Так, давай 30% бонус дамага. Давай тогда вот сюда тебя влепим. Ретрол, так, варлидер, нифига, этот тоже нифига. Герои тоже не поставят. Сколько надо-то на него? Левел 3.
Так. Ладно, сейчас соберем. Почему? Здесь типа еще какая-то хренотень внутри этой хренотени под улучшениями есть. Здесь, да, типа улучшалок еще. Помимо строительства у нас есть улучшение. О, как оно. Любопытненько. Вот, это и есть улучшалки. Герой надо улучшить. Так, этого у нас нет, да? Нам его построить бы. Так, это вот можем улучшить. Импа можем улучшить. Так, call units gain damage 526, сумма на 10 минут, давай, хрен ты с ним. Не собираю здесь как-то по-другому. Это я для уровня собираю. А здесь эта вот хрень по-другому как-то собирается. Прохождение, по ходу дела. Воу! Ну да, прохождение волнами на нужно. Странно, ну ладно. Почему она каждый раз прячется? Нет, тут дома только качать. Ну, слушай, такая довольно забавная игрушка, я тебе могу сказать. В принципе, порубиться-то можно. Ничего против не могу сказать. Да, графика, конечно, здесь не ахтунг, но... Чисто вот так вот по приколу сойдет. В принципе, я на этом первый взгляд закончу. В игре, конечно, есть различные улучшения, которые по прохождению волн есть. С врагами, да, скорее всего, тут надо будет поднять уровень, сделать себе несколько угрейдов. Но тут, видно, сразу надо только один дамаг прокачивать поначалу. Что-то, блин, тут остальными манипуляциями пока хреново получается разбираться. Всем удачи, всем пока.